Отремонтировали сельский Снопотской дом культуры за 5 месяцев, а ждали проведения этих работ селяне 35 лет. К слову, дом культуры стал первым отремонтированным в Брянской области в рамках федерального проекта. Для жителей села Снопот открытие отремонтированного дома культуры – большой праздник. В этом году здание отмечает юбилей – полвека. Высоких гостей встречают хлебом с солью. Пекли, наверное, целый вечер. Ох, спасибо большое. Перерезали традиционную красную ленточку депутат Государственной Думы, региональный координатор проекта «Местный дом культуры» Валентина Миронова, заместитель председателя областной думы Юрий Гапеенко, представители местных властей. Федеральный проект, направленный на ремонт и техническое переоснащение материальной базы сельских ДК, с начала года реализуется в Брянской области. Вошли в него 18 объектов. На ремонт Снопотского центра досуга было выделено 1,5 миллиона рублей. Отремонтировали все помещения. Особое внимание уделили сердцу клуба, сцене. Ее не только привели в достойный вид, но и приобрели новую одежду. Нас заменили все окна, все двери. Побелка вся прошла, потолки заменили, полы заменили. Полностью отремонтирован дом культуры. Жители села не сидели сложа руки. Многие активно подключились к работе. Помогали все, кто чем может. Приезжала я сюда в первый раз в марте, как только начинали реализацию этой программы. И то, что увидела сейчас, это, конечно же, просто восхищение. Посмотрите, какое вот приложили участие здесь и местная власть, и муниципальная власть для того, чтобы люди с радостью выходили на эту сцену. Как и в любой праздник, не обошлось без подарков. Для творческих работников приобрели новые микрофоны. Участники коллективов признаются, репетировать и выступать в таких помещениях – одно удовольствие. Вернулась молодость. От такой красоты, от такого просто невозможно. Я благодарна всем, кто помогал нам. Перемены произошли разительные, тут видно невооруженным глазом. Ну что, душа радуется, приятно посмотреть на такой уголок культуры. Все очень хорошо, качественно сделано. Снопотской центр культуры и досуга ведет работу по 10 направлениям. Приходят заниматься сюда и дети, и старшее поколение. Внимание к таким очагам культуры на селе особое. Ведь пока здесь есть жизнь, живет и село. Программа «Местный дом культуры» рассчитана на 3 года. Брянщина продолжит участие в ней. А значит, впереди еще десятки отремонтированных ДК. Елена Лощицкая, Максим Кузнецов. События, Рогнединский район.